Добро пожаловать на фестиваль Манны. Сегодня я поделюсь с вами особенным учением. Я назвал его так: «Инсайдер раскрывает планы против Америки». Я выдвину пару утверждений, которые могут показаться немного спорными для некоторых зрителей. Но я чувствую, что мне необходимо поделиться этим с вами. А во-первых, социальные сети — это мощный ресурс с информацией, но, с другой стороны, во многих случаях это может быть мощным ресурсом с дезинформацией. Так бывает, когда какая-либо история не рассказана полностью или искажена, чтобы соответствовать определенному сценарию. Люди иногда просто пересказывают то, что услышали от других, а это может совершенно не соответствовать действительности. Проблема в том, что некоторые люди пытаются быть экспертами в сферах, к которым они не имеют никакого отношения. Я видел ребят, которые общались про покупку акций, им просто однажды повезло удачно купить и продать акции, и они сразу же создали свой канал, где учат, как зарабатывать на продаже акций, хотя у них нет большого опыта. Вторая группа людей, о которой я хочу вас предупредить, это люди, которые зарабатывают на жизнь, просто нападая на каждую церковь и на каждое служение, которое они знают. Это те люди, которые за всю жизнь не привели ни одного человека к Богу для спасения. Многие из них даже никогда не имели позитивного влияния на кого-либо, а они полны негатива, назойливы, сплетники, клеветники, но при этом они учат, как быть пастором церкви, хотя сами никогда им не были. Или они учат людей, как вести себя в духовной сфере, хотя сами никогда этого не испытывали. Много лет назад я был очень удивлен. Не буду много об этом говорить, потому что лично у меня это вызывает волну негодования. Мне сказали, что в одном христианском университете был профессор, который преподавал уроки евангелизма. Мне стало интересно, кто он такой, встречал ли я его на каком-либо служении. Но мне сказали, что он не проповедовал ни разу в своей жизни. Здесь я хочу остановиться и сказать вам, что я не хотел бы получать просто инструкции из книги от того, кто утверждает, что разбирается в этом. Я хочу получать информацию от настоящих проповедников. Это почти как понимание духовной войны. Я хочу следовать в духовную битву за теми, у кого есть раны от предыдущих духовных битв. Говоря об этом, хочу перейти еще к теме пророчеств о будущем, потому что я в это верю, и я хочу подготовить почву. Вы слышали о пророчествах, о библейских пророчествах и о том, как Писание их истолковывают. Кто-то верит, а кто-то нет в то, что дар пророчества существует. Это способность говорить под божественным откровением относительно чего-то, что произойдет в будущем. Человека, который точен в этом, часто называют пророком, то есть тем, кто предсказывает события будущего. Вот что я хочу вам сказать, и я снова возвращаюсь к теме интернета. Ведь в интернете много тысяч пророков, но если мы вернемся назад и вспомним, что они предсказывали, то увидим, что они абсолютно неверно предсказывали какую-то дату или время, и вообще ничего точного не сказали. Но в таком случае они просто передвигают дату, о которой шла речь. Люди не были послушны Богу, поэтому этого не произошло, говорят они. Во время Ветхого Завета, если пророк говорил во имя Господа, пророчествовал что-то, и это не исполнялось, то его могли побить камнями. Таковы были законы Ветхого Завета. Поэтому тем ребятам, которые говорят, что они пророки, нужно благодарить Бога, что они не живут по ветхозаветным законам. Меня учил мой отец Фред Стоун. Он учил, что мы никогда не должны говорить «Так сказал Господь», пока не будем абсолютно в этом уверены. А если мы не уверены, то мы должны говорить «Я почувствовал что-то», но давайте будем смотреть на это в духе, чтобы понять, от Господа ли это было. Потому что это не должно исходить из нашего духа, вот как меня учил мой отец.
А некоторые люди получили больше слова от Бога, чем библейские пророки, хотя сказанное этими людьми не исполняется. Но я другого мнения. Это мой конек, потому что со мной рядом был человек, мой отец, который никогда не ошибался в пророчествах ни разу. Он никогда не пропускал то, что говорил ему Бог, потому что прежде чем сказать, он час или два проводил в молитве. Ему нужно было убедиться в молитве, что это был Господь. Перенесемся во времена Иеремии. Я прочту стих, вы увидите его на экране. Иеремия был пророком, но также были лжепророки, которые говорили противоположное тому, о чем пророчествовал Иеремия. Это породило странное возмущение в Израиле. Вот что говорит нам Библия. Иеремия 14:14-15. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное имени моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видение ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца твоего. Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки». И еще Иеремия 23:32. «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Хочу, чтобы вы знали, что есть разница между вдохновением и информацией. Люди открывают интернет, чтобы узнать о событиях, которые должны произойти. Они находят пророчество, сказанное от имени Господа. Но это просто информация, это не пророчество от вдохновения. Слово «вдохновение» означает «дыхание Бога». Все Писание богодухновенно. Это дыхание Бога, движущееся на кого-то, а это создает вдохновение. И также есть разница между откровением и предположением. Некоторые люди, когда попадают в служение, начинают работу, они взволнованы, им хочется говорить о предполагаемом откровении. Но откровение — это в основном то, что спрятано или скрыто. В Библии есть много откровений, они были получены через вдохновение Духа Святого. Вот что я вам пытаюсь донести. Пророчество, основанное на какой-нибудь новости, это не вдохновение, это просто новость. Суть заключается в том, что если люди берут новость о том, что должно было произойти, а затем пророчествуют, якобы Бог сказал это, но потом этого не происходит, тогда это дает Богу дурную славу, хотя на самом деле это был человек, который неправильно истолковал услышанное. Для чего я вам это все рассказываю? То, чем я собираюсь с вами поделиться, это не божественное вдохновение. Поясню, что я имею в виду. Это информация. Сбудется ли это? Время покажет. Мы увидим со временем, сбудутся ли сказанные слова. Но я хочу с вами этим поделиться, потому что это от тех людей, кто знает определенные вещи, которые обычно не сообщаются по новостям. Все, чем я с вами поделюсь, это не является совершенно секретной информацией, потому что такую информацию невозможно получить и незаконно распространять. Те, кто распространяет совершенно секретную информацию, идут за решетку. Это просто малоизвестная информация. Возможно, кто-то из вас слышал об этом, а кто-то нет. Вот что я хочу с вами обсудить. Я сделаю это очень кратко. А что в мире происходит с криптовалютой? Появились биткоины, которые стали популярными и сильно выросли в цене. После этого все стали копировать это, и как только начали появляться криптомонеты, люди начали скупать их, пусть даже небольшими суммами. Они их выводили, потом брали новые монеты. Даже дети зарабатывают на этом $1000, инвестируя без особого труда в любые монеты, которые появляются, и неожиданно появляются крупные криптовалюты. Один из моментов, который хочу раскрыть, это то, как появилась криптовалюта. Изначально это было невозможно, потому что правительство не могло регулировать этот процесс. Некоторые из более продвинутых монет люди могли покупать и продавать на так называемом черном рынке, избегая уплату налогов. Поэтому правительству нужно было войти в эту сферу. И правительство вошло в эту сферу, чтобы вести регулирование и получать налоги с этого. Миллиарды и миллиарды долларов крутятся на криптомаркетах. Но настоящий корень этого, и я уже говорил это 2 года назад, у криптовалютных рынков будут проблемы. Мы знаем, что некоторые люди, которые были главой криптовалюты, впали в жадность, злоупотребляя деньгами.
Мы все это знаем, это часть истории, и я хочу прояснить, что это большая часть истории краха криптовалюты. Тем не менее, что важно понимать? Правительство никогда не допустит, чтобы сторонняя монета компании была монетой, которую они используют в федеральном правительстве для всех граждан Соединенных Штатов. Тогда они, как Китай и другие страны, начали разрабатывать свою собственную монету, и были обсуждения, что была обнародована монета Fedcoin, цифровая валюта. Эта валюта появилась в Соединенных Штатах. Единственные люди, кто всего этого не хочет, это люди 60 лет и старше. И я имею в виду, что они против этого. Нам нравится наша твердая валюта, нам нравится иметь возможность держать наши деньги в руках. Мы не хотим, чтобы наши деньги исчезли на экране какого-нибудь компьютера или чтобы наш кошелек был взломан кем-то в чужой стране. Это повлияло на то, что Fedcoin не сильно распространился. Все говорят, что это просто, это здорово и это легко. Они не используют наличные, мой сын не любит наличку, они просто берут телефон и оплачивают все через приложение. Мы, поколение постарше, я не говорю за всех, но многие из нас любят оплачивать все по старинке. Но крах твердой валюты дает правительству возможность начать изобретать Fedcoin или цифровую валюту. Как мы знаем, об Откровении 13 главе написано, что положено будет начертание на правую руку или на лоб. Имя зверя, его знак или его начертание. Это нужно будет для того, чтобы купить или продать. Однажды это должно произойти, думаю, вы все про это уже читали. Следующее, о чем хочу поговорить, у меня есть много вопросов о воздушном шаре, который прибыл из Китая и был взорван американскими военными. Лучший источник, который я смог найти, поделился тем, что они смогли узнать. Первоначально новость для всех была о том, что китайский воздушный шар шпион в основном шпионил за военными базами. А фактическая причина, согласно одному источнику, заключалась в том, что они осматривали электрические сети в Соединенных Штатах и собирали информацию о них. То, чем я с вами делюсь, это не откровение, это чье-то мнение, оно может быть, а может и не быть. Источник говорит, что по их убеждению, если Китай нападет на Тайвань в будущем с помощью своих вооруженных сил, им придется сделать что-то в континентальной части Соединенных Штатов, чтобы отвлечь граждан США, президента, Конгресс и Сенат. Но тогда есть вопрос, как это можно сделать? Каким-то образом взломать или вывести из строя энергосистему в центральной части Соединенных Штатов или разных частях, что вырубило бы электричество на неделе. А если бы они повредили его, это могло бы вырубить электричество на несколько месяцев или лет, ведь потребовался бы ремонт. Это зависело бы от разных факторов. Повторюсь, здесь никаких прогнозов, только предположения. Но это имело для меня наибольший смысл, и это могло быть причиной того, почему вскрывалось так много шпионажа. В некоторых районах над островами Гавайи тоже была некоторая активность, как сообщалось. Это все уже обсуждалось, это не новое, это не откровение, но это мнение некоторых людей. Третье, о чем я хочу поговорить, это кое-что очень интересное. Вы знаете, что я всегда говорю людям, что это нормально быть готовым к природным катастрофам. Например, иметь запас еды, воды и консервов. Некоторое время назад мы поехали в одну компанию, чтобы купить запас сухих пищевых продуктов. Вообще, я не ем такую пищу. Я диабетик, а такая еда полна углеводов и соли, поэтому я не ее фанат. Если бы мне пришлось есть это каждый день, я бы не был в бодром здравии, нужно было бы заниматься спортом по 3 часа в день. Но все же такая пища подходит для чрезвычайных ситуаций. И если нет электричества, ведь это не нужно готовить. Такая еда может пригодиться, если было землетрясение, есть нехватка еды и нельзя ничего купить в округе. В таких случаях полезно иметь запас такой еды. Лично я думаю, что это мудрое решение. И та компания поделилась с нами информацией, что правительство США скупает у них весь запас сухой еды и доставляет вместо своего хранения. Я не буду называть эту компанию, но я подумал, что это очень интересно. И ко мне пришла такая мысль, что, возможно, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США запасло продовольствие на случай крупной природной катастрофы, чтобы в случае нехватки продовольствия оно было у них.
Один человек, который был в отставке, сказал мне, что знал об этом уже давно, что они запасали еду. Потому что им сказали, что следующая крупная война, в которой будут участвовать Соединенные Штаты, будет из-за воды и из-за еды. Мы видим санкции, наложенные на разные страны, разные стихийные бедствия, такие как холодные зимы, землетрясения, засухи и нехватка воды. Есть так много вещей, которые влияют на снабжение продовольствием в некоторых частях Америки. Если у вас не будет расти трава, то вы не сможете кормить животных, свой крупный рогатый скот, который ест сено. Если у вас не будет удобрений, то вы не сможете эффективно выращивать определенные виды овощей на фермах. У вас должны быть удобрения и азот для выращивания овощей. Что я здесь понял? Это очень важная информация. Нужно понимать, что наше правительство знает, что в будущем будет битва за воду и еду. Следующее, о чем я хочу быстро рассказать, это кризисы банков. Есть столько страхов по поводу банковских кризисов, потому что во времена Великой депрессии были люди, которые пришли в свои местные банки, они просто налетали на банки и забрали свои наличные. Многие люди потеряли свои деньги. Мой прадедушка рассказывал про эти времена. Мой дедушка был мальчиком во времена Великой депрессии, и он понимал, насколько ужасно это было. Пасторы проповедовали целую неделю и могли получить немного молока, мясной подливы, пирог и никель. Мой прадед собирал никель на пожертвованиях. Это 5 центов. Его обувь износилась, и ему приходилось брать резину от шины, подкладывать ее себе в обувь, потому что там были дыры. Это было тяжелое время для всех, особенно для жителей Соединенных Штатов. Очень богатых людей это не коснулось. Джон Кеннеди сказал, что во время депрессии он был мальчиком и даже не знал, что она имела место в то время, потому что у его отца были деньги, еда и доступ ко всему, что им хотелось. Поэтому богатых людей не всегда все может касаться так, как простых людей или бедных людей. Вернусь к теме банковских кризисов. Есть страховка, которую устанавливает большинство банков. Они вкладываются в это. Закон обязан выплачивать эту страховку. Если у вас есть $250,000 на сберегательном счете или банковском счете, и что-то происходит с этими конкретными деньгами или этим банком, банковский кризис, к примеру, то страховая компания, с которой они сотрудничают, обязана обеспечить вам до $250,000. Со мной связались бизнесмены. Они сказали, что у них в банке лежит большая сумма, и они обеспокоены тем, что живут в крупном городе, где у некоторых из банка возникли трудности. Они спросили, что им делать. Вот что я им посоветовал. Идите к профессионалам и специалистам. Один банк проинформировал бизнесмена, у которого было несколько миллионов долларов. Он сам рассказал мне об этом. Ему посоветовали, если на счетах лежат огромные суммы, то можно забрать их оттуда и положить в разные банки под определенные проценты. Я не специалист в этом. Я не говорю, что вам нужно это сделать, и это не совет. Просто рассказываю, что возможен такой вариант. То есть можно положить сумму на разные счета, раскидать по разным банкам, а если сумма будет $250,000 или меньше, то будет еще гарантия от банка и от правительства. Люди меня часто спрашивают, думаете ли вы, что наступит Великая депрессия? Будут ли набеги на банки? У них есть свои правила и нормативно-правовые акты, которых не было во времена депрессии. Я не наблюдаю всех проблем, которые были в те времена, когда все 4000 банков разорились, закрылись, ни у кого не было наличных. А если и были наличные, то они стали прятать их в матрасе. Поэтому нужно быть мудрым, когда благоразумный человек предвидит то, что может случиться. Что он делает? Он строит планы, он готовится. Это мудрый человек. Поэтому моя рекомендация, если вы находитесь в определенной ситуации и думаете, как сохранить свои деньги, то вам необходимо пойти в банк и поговорить с главой банка и получить страховку, доступную для вас в вашей конкретной ситуации. Одна из причин, по которой банки разоряются, они одалживают деньги на стартапы, технологические стартапы, многие из которых закрываются. Часто они связаны с криптовалютами,
валюта, она нестабильна и тоже разоряется. Есть реальные причины, которые очень сложные, почему у банков есть трудности. Может, вы живете в небольшом городке в сельской местности, где у вас есть активный бизнес, который идет хорошо, и вы не видите на данный момент, по крайней мере, каких-либо проблем. Но знаете, что правительство определенно наблюдает за этой ситуацией, потому что любой банковский кризис на национальном уровне является политическим самоубийством для людей, которые находятся у власти в это время. Политики будут защищать свою власть и защищать то, что они делают, свое положение, будут защищать свой пост, чего бы им это ни стоило. Но вот что происходит сейчас. Я бы предложил всем тем, кто смотрит программу, знать свою область и что в ней происходит. Сколько экстремизма приходит в разные уголки страны, даже преподается в школах. Мне не нужно об этом говорить, вы и так это знаете. Вам нужно спросить себя, как семью, есть ли место, где вы можете работать, есть ли в бизнес в других областях, что открывается там, чего у вас нет. Может, у вас не так много родственников, но вы могли бы поехать в другой район, который больше похож на... Я не люблю использовать это слово, оно слишком часто используется, больше похож на консервативную область. Другими словами, где больше область веры в Библию, больше церковная область, которая не имеет дела с сумасшествием и сверхвысокими налогами, как у нас. Есть штаты, в которых, на мой взгляд, лучше жить в долгосрочной перспективе. Я не буду составлять список таких областей, потому что я не говорю людям, что им делать. Я не даю советы об экономике, финансах, инвестициях или где жить. Нет, Перистон никогда этого не делает. Вам просто нужно молиться. Вам нужно понять желание Бога. Если вы серьезно настроены, то возьмите 3 дня поста. Молитесь и поститесь об этом. Конечно, если вы можете это физически делать, просите Бога о божественном направлении. Просите Его дать вам видение того, что грядет. Просите Его сказать вам, что нужно делать. Если вы счастливы там, где находитесь, и Бог вас благословляет, то оставайтесь там же и будьте солью и светом для своей области и своего общества. Тем, что я рассказал вам, включая ситуацию с воздушным шаром и с едой, со мною поделились люди. Это то, что уже является частью происходящего или того, что будет происходить. Итак, мы говорили об инсайдерском взгляде в отношении США. Старайтесь голосовать за лучших людей, оставайтесь в молитве, смотрите на Бога и полагайтесь на Него, поскольку многое из сказанного мною происходит в Соединенных Штатах в настоящее время. Но Бог с нами, потому что верующие люди все еще на земле.